Давай сюда чай тоже. Так, ребят, я укладываю все, что можно сюда. Честно, у меня уже... Вот мне муж говорит, вот куда? А я говорю, мало. Потому что семья большая, надо много. Так, еще одна бутылка с маслом стоит на столе. Вот так вот, короче, у меня тут вот одна полка, вторую полку сейчас тоже переберу. Сразу тут муки у меня мало осталось, нам муку еще покупать. Ой, так что вот такие вот дела. Да, сахара у меня вообще мало осталось, всего две упаковочки сахара. Сейчас вот эту полку тоже переберу. Все, и муки у меня три пачки осталось. А муку еще закупаться. Так, все, вот это вот у меня крупа осталась, все, что для Тайсона. О, макароны гречневые, 3 литра, 3 пачки муки, там у меня кисель в банке стоит. Тут у меня соль, это мука, контейнер и сухофрукты. И вот эти вот еще макароны у меня пачку лежат, надо как-то нафаршировать, сделать. Тоже как-то увидела, купила, так и лежат, надо сделать. Но в целом, вот такие вот запасы у меня, пишите, что вы насчет этого. Ну, конечно, мало, вот полка, считайте, пустая, надо еще больше, да, ведь? Ладно, на муки еще закупиться, да, муку я забыла. Еще вот такие вот макароны у меня в пачке остались. Тут вот полпачки. Ну, вот эти вот более-менее, но невкусные они. Мне больше нравится вот эта вот фирма. Очень классные макарошки. Ладно, пойдем сейчас в овощной магазин. Так, сходила снова в магазин. Так как ходила одна с ребенком, ничего тяжелого не смогла взять. Овощи, короче говоря, я ни путем не закупилась. Ну, покажу, что купила. Ну, в первую очередь, прокладки. Всегда беру Милана, мне нравится. Дальше из женского, что там, поны, всегда себе беру их. Так, дальше. Купила зубные щетки. Вот одну вот такую вот. Одну такую. И вот такую вот Оксане взяла, чтобы развлечение было у них. По различию разные были. Дальше. Закончился у меня скраб для тела. Мне нравится в бане всегда носить. Вот такую вот за 137. Баночка апельсиновая. Ни разу апельсиновую не пробовала. Дальше. Для полоскания зубов. Закончилась. Взяла вот такой бальзам. Очень нравится. Брали уже не однажды. Дальше. Вот такие вот печеньки взяла. Немножко пакетик. Потом вот такие вот кубиками печеньки. Тоже пакетик взяла. И взяла немножко орешки со сгущенкой. Также 3 литра молока. Пакет моркови. Белок капусты. Пакет огурцов. И из фруктов купила, ребята, дыню. Дыня хорошая, спелая. Половинку, конечно, взяла. По деньгам больше не хватило. Поэтому вот такие вот небольшие закупки. Всем добрый вечер. Как думаете, почему Ваня губку надул? Скажи, почему? М? Кому вы сейчас мы отдали, тетеньки? Не скажешь? Петушка мы продали, да, Ваня? Денежку получили. Ване конфетки потом купим вкусненькие, да? Ну, Ваня плачет. Пока, говорит, курочка. Я говорю, ты не курочку отдал, ты петушка отдал. Да? Ну, все, послите. Да, мы продали еще одного петуха. Маш, ножик унеси, пожалуйста, домой. Не ходи с ножом. Продали еще одного петуха, еще остались. Если кому нужны петухи, пишите в комментариях. Пишите в личку, петухов продам. Да. Все. Что у нас там на продаже? Сколько еще петухов осталось? Еще два петуха. 400 рублей петух. Приходите, забирайте. Всем снова привет. Я на кухне. Так вот поближе сделаю. Я варю суп. Уже почистила морковку. Катя у меня чистила картошку с морковкой. Я нашинковала. Катюха уже начистила. Я нашинковала вот картошку. Морковку на терке натерла. И у меня Ваня ходит. Мама, я хочу мясо. Мама, я хочу мясо. Будем, значит, делать сейчас мясо. Я вчера не стала разрезать курицу. Поэтому сегодня нам надо с вами разрезать 6 курей. И сделаем мясо опять в духовке. Сейчас все кури достану. Ой, господи. Все 6 курей. И будем делать мясо в духовке, значит, сегодня. О, еще одну курицу надо достать.
Вот так вот. Все. Так что сейчас, пока у меня тут варится, мне надо, по идее, мясо достать уже. Мясо. Я сюда достаю мясо и разрезаю. Молоко надо в холодильник уже убрать. На место появилось. Ура! Баночку. Суп буду варить с рисом. С рисом суп и будем варить. Закидываем картошку уже в суп. Все. Чай пока делается. Так, ладно. Ну, а мы сейчас с вами займемся курицей. Дорогие друзья, я продолжаю, разрезаю курицу. А дети у меня сейчас в данный момент, Маша и Оксана, книжку читают, которую им задавали на лето. Маше еще надо и писать в тетради краткий рассказ о том, что она прочитала. Мася, сейчас, Марина, иди, пожалуйста, туда. Мася. Марина, иди в комнату, чтобы не мешались мне здесь. А то я тут курицу разрезаю. Я сразу все части курицы по разным тарелкам раскладываю. Ноги отдельно, филе отдельно, крылья отдельно. Муж ушел в магазин, у нас лук закончился. Он пошел купить лук, и я ему сказала какой-нибудь маринад интересный. Говорю, посмотри, а то у меня все маринады закончились для мяса. Я уже чем могу, тем и мариную. А хочется какой-нибудь вкусный маринад. Я как-то в бутылочке брала, мне понравилось, надолго его хватило. Ну, там для шашлыка был маринад. И вот так вот сейчас разрежу всю курицу. Что-то мы сегодня в духовке запекем с картошечкой, а что-то на попозже. Что-то на суповой набор пойдет, что-то на потом. Вот была бы морозильная камера, я бы сейчас накупила бы штук 20-30 этих курей. И все, и не переживала бы. Так, кожурки куриные я отдельно их Тайсону на готовку. Так что вот так. Мариночки, потом попроси Света. Свет! Ваня кричит ее. Заплети потом Марину, хорошо? И не цыкай. Тебя все всегда бесит, так что теперь поделаешь? Вот так вот нынешняя молодежь. У меня там в комнате баночка стоит с резиночками. Продолговатая, Свет, баночка. Так, филе куриное я тоже отдельно делаю. Хочу потом Егора попросить. Он мне перекрутит. Вон сколько уже филе, но тут еще две курицы разрезать. Перекрутит, и потом, может быть, или пельмени наделаем, или ежиков, или ленивых голубцов. Короче, что-нибудь наделаем. Как всегда. Было бы мясо, а что сделать, мы придумаем. Так ведь? Так. Ножи что-то все затупились. Нам уже опять сказать, чтобы он это поточил их. Я все косточки убираю с филе. И суповые кости. Я курицу замачивала мыть. Раковину сначала обработала, все, и замачивала курицу мыть. Я не знаю,
знаю почему, но я замачиваю всегда курицу. Чего, Мася, уже съела, что ли? Нифига ты шустрая. Сейчас, подожди, Мася. Мася, у меня тут пока фалангов для тебя нету. Потерпи немножко. Кого? Не надо. Иди отсюда. Василис, ты уже косточку съела? Да ты моя умница. Вася тоже иногда фаланги ест. Меня как-то спросили, вы что, одним кормом кошку кормите? Нет. Иногда даю вот такую вот фалангу, ей одной вполне хватает. Будешь вторую, Василис? Не, она даже не хочет вторую. Все, будешь? Положу, посмотрю, не будет есть, так собаке отдам. Она редко их ест, с охотки, знаете, она такая у нас привереда. Дети ее избаловали очень сильно. Поэтому вот так вот. Ладно, буду дальше курицу разрезать, а то опять скажете, ерундой занимается, черт и знает, что видео. Ладно, короче, разрежу курицу и сейчас вам все покажу, так что оставайтесь с нами. Так, все, разобрала всю курицу. Что у меня получилось? Тазик суповых костей. Вот, тут грудки, спинки. Дальше тарелка, филе со всех курей. Тарелка, ножик и вторая часть от ножек. Вот целые ножки тут. Это у нас идет Тайсону. И крылышки. Вот такое вот все мясо. Сейчас что-то замариную, что-то по пакетикам и в морозилку.